Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовим очень простое и вкусное блюдо – тефтели с тыквой в сливочном соусе. Блюдо очень актуальное, так как сейчас сезон тыков, почему бы не приготовить? Итак, приступаем. В чашку блендера отправляем лук, чеснок, а также я добавлю одно яйцо. И можете добавить любимые специи по вкусу. У меня это майоран и молотый имбирь. Все взбиваем блендером до кашеобразного состояния. Далее фарш мы посолим и поперчим. У меня фарш говяжий, можно брать любой по вашему усмотрению. И отправляем туда луково-чесночную смесь. Фарш хорошо вымешиваем руками. Знаю, будете спрашивать, почему я не добавляю ни замоченный в молоке хлеб, ни хлебные крошки, ни овсяные хлопья. Сегодня мне хочется приготовить именно такой вариант без этих добавок. Естественно, не обязательно готовить именно такой фарш, какой я вам сегодня показываю. Вы можете добавить свои любимые специи и приготовить фарш так, как вы обычно готовите. Тыкву я почистила, отрезаю концы, разрежу ее пополам и вытащу семечки. Сегодня я использую тыкву сорта Butternut. Естественно, вы можете использовать любую тыкву, какую вы любите. Тыкву произвольно нарежем небольшими кусочками, а затем я еще ее нарежу мельче, вот такими вот примерно кусочками. Из фарша формирую небольшие колобки и укладываю их в стеклянную форму. Чтобы фарш не лип к рукам, смачивайте руки в холодной воде. Между мясными тефтелями укладываю кусочки тыквы. Тыквенные кусочки я немного посолю и поперчу и сбрызну растительным маслом. Растительное масло берите любое по вашему выбору. Далее отправим наши тефтели в духовку и будем запекать при температуре 190 градусов 35 минут. 35 минут прошло, поливаем тефтели сверху сливками и отправим снова запекаться в духовку примерно на 15-20 минут. По желанию можно посыпать сыром. Ну вот, наши тефтели готовы, я их посыпаю сверху мелко нарезанной петрушкой, можно посыпать любой зеленью по вашему усмотрению. Готовьте только с удовольствием и с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал, делитесь видео с друзьями в социальных сетях. Ну а я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. До новых видео, всем пока-пока!